Друзья, всем привет, всем привет. Вы на канале «Пиратская жизнь». Вроде у нас запись идет, что-то странно. Не включилась кнопочка. Да, запись идет. Да. Sorry. Что-то обычно у нас там пунк, и процесс пошел. А тут пунка не было. И что-то пошло не по методичке. Может, звук лучше, да, кстати говоря. Точно. Скорее всего, так есть. Так, у нас сегодня обед. Уже такой плавный, перетекающий в ужин. Так, у нас, смотрите, нарезала рулечку вкусную такую. С сыром этим таким вкусным. Вкусным мне очень нравится. Прям здесь со сыром. Со сыром, да. Колбаска, хлебушек, в общем, кабачковая икра. Это не анализы. Это икра кабачковая. Пельмешка. Икра заморская, баклажан. И пельмешка. Пельмешка. Давай что-нибудь такое, не знаю, как мы сделаем. Да. Не знаю. Ну так, да. А то я постоянно, бля, улыбнусь как-то нормально. Да. Но завтра хочу что-нибудь такое необычное. Теряешь. И волосы теряешь. Да, у тебя вот тут под глазом. Что, это ресничка, наверное. Да? Жарко дом. Это ресничка. Чтобы загадать такое. Да. Чтобы у мужа был пресс. Ой, блин, я сказала, тогда не сбудется. Да. Фак. Вот видите, девочки, надо было не говорить. Не получится. К сожалению. Ну ладно, что. Пельмешки цезарь. Бычьего. Взяла себе вот такой соус. Терияки. Все-таки, знаете, после алкоголя плохо спится. Все что-то вскочило, потом опять легла. И мне не спится. И меньше надо. Бе-бе-бе-бе-бе. А сам-то, блин, только вчера сувал. На, подливай, давай. Нам, кстати, предлагали вчера остаться, но я говорю, нет. Как говорится, не хочется и людям мешаться. А вот, и, как говорится, знаете, я дома лучше сплю. Как ни крути, дома-то, знаете, они и стен помогают. Спасибо. Тем более, это не Новый год. Новый год это вообще понятно, там после 12 уже, там совсем поздно. Там уже и такси нету. А тут нормально вообще ходить. Мы даже вечером уехали дешевле, чем ехали туда. По два раза почти. И быстро так доехали. Сохвало так хорошо. Угу. Только поехал. Да-да. Работать. Ну все. Не присолила? Ну, может быть. Смотри, я тут два раза сливала воду. Что? Вроде пол ложки подавала, как обычно. А вот это. Вкусный пельмень. Как вот тут говорить, может, могут они иногда есть, я не понимаю. Видать, просто едите невкусные пельмени. Мне нравятся вот эти вот цезарь. Мы их берем. Нет, очень вкусные. Но вам нравится этим. Как их? Фладбиф или как-то. Тоже есть такие. Блин, это мелкие. Сейчас выедаю те, которые не самые вкусные. А те, что повкуснее, оставляем потом. Вот какие невкусные? Мелкие. Мне больше нравятся крупные. Вот эти. Мелкие чем? Мелкие это, по-моему, фирменные. А вот это вот император крупные, которые. Я, конечно, постаралась тебе все мелкие скинуть. А все так, крупные вылавливаю. Так больше будет, значит. Ну. Мне не жалко. Ешь больше. Понимаешь, у меня нету цели съесть больше. У меня есть цель съесть вкуснее. Понимаешь, это правильная логика. А у тебя лишь бы вот тут утробу набить. А у меня двойная выгода. Ага, какая? И вкусная.
И много. Опять же говорю, мне больше нравятся вот эти вот крупные. Хотя, может быть, тебе мелкие нравятся тоже. Тут, как говорится, не узнаешь. Я вижу только маленькие. Все, бульон я весь выхлебала. Соусом полью. О, это вкусно. Как же это вкусно. Как же это вкусно. Как-то диета пошла по звезде. Не могу я. Есть мало. Не могу. Я уже, блин, привыкла. Ну, я чисто психологически даже не в том плане, что вот не наелась и там еще что-то. Но когда вижу, что мало, я думаю, блин, неправильно как-то. Почему не больше? Не меньше. Не, жадность играет. Да. А в тебе не играет? Ты готов есть невкусные маленькие пельмени, только чтобы их было побольше. Это для тебя невкусные. Так вот. В принципе, логика есть, да. Эти вот крупные. Он называется император. Да? Император, по-моему, называется, да? Прям вкусно. А еще этот гранд-меню вкусное. С говядиной и каким-то сливочным соусом. Ой, они тоже очень вкусные. Они тоже не дешевые. Сырочек-то попробуй. Он вкусный. Он с травками. С какими такими травками? С ананасами. С очень кавказскими. Вчера вот я поужинали. Ну, поздно, конечно, вчера ужинали, получается. Мы... А, нет, ну мы час с лишним танцевали там еще. Там все поели. Сначала, знаете, сидели так все, бум-бум-бум, едяли. Как-то все ложками так. Даже никто не разговаривает вообще. Я думаю, блин, скукота вообще. Старался особо не упендриваться. Все-таки в гостях. Вот. Ну и, короче, это. В итоге потом все поели. Выпили. Включили музон. И пошло-поехало. Вообще с работы. Вы устали? Это мать не такие. Понимаешь? Душа требует. Понимаешь, да? Тусел. Вот так что вчера сидел, сидел, засыпал, спал. А мне нормально. Под конец уже появился. Второе дыхание появилось. Не, ну, конечно, она прям молодец. Вот этот торт. Он очень красивый. Я прям... Вот редко вот видишь вот такие вот красивые торты. Надо в нее контакты взять. Такие тортики. Может там какой-то на 100 тысяч подписчиков там еще что. На 75. Можно сделать торт. Красиво. Можно было на 50. На 50 у нас. Так, по-другому было. Вот на 100 тысяч. Вот клёво. Чё не ешь? А чё ты хочу? Чё пельмень навалял. Ну, это вкусно, вот эта вещь. Прям вообще такая вкусняшка. Кушай. Вов, ну я поем, не беспокойся. Ты с собой следи. А что я? Что ты мне подкармливаешь? Будешь орать, что я все съел. Не буду. Ешь. Я тебе разрешаю. А, ну тогда разрешаю, да?
Сейчас надо все стругать все с руки. Обойти и вариться. Ну там не все, конечно. Часть мяса оставить. Я хочу прям подольше проварить, чтобы он мяско прям отлетал. От чего? От косточки. Что-то много мяска. Не, ну вообще, это в прошлый раз тогда обгладывал. Не обгладывал, ну, короче, кость тогда отрезала, там очень много. Там просто ножом в некоторых местах уже не подлезешь. Приходилось там ее отрывать. А сейчас она отварится, будет лучше срезать. Сейчас будем суп шахтерский делать. Кстати, Иван нашел вчера суп. Он действительно существует. В двух интерпретациях. Я даже не знала. Нет, для меня вот гречка, она идет максимум куда? Вот с этим, с молоком. Ну все. Как там пишут, это для восстановления сил. Интересно. Там типа, когда варишь этот суп, там овощи кладутся, да? Угу. В сыром виде. В сыром виде? Да. Без обжарки? Без всякой обжарки. Чтобы восстановить силы. Угу. Так как в гречке железо и витамин В. А ты постоянно от гречи отказываешься? Я постоянно пытаюсь наварить, а ты ее отказываешься. А железо только в яблоках есть. Ой, конечно. У тебя только яблоко. У тебя все, что с гречкой связано, все невкусно. Вообще, как там написано, гречка служит для загустения супа. Загущения. Угу. Чтоб суп был густой. Вкусная рулька. Не знаю, вообще обалденно. На 10 рублей и копейки вообще. Мы точно такую же рульку брали. Этот, не рульку, только мясо. Этот, окорок от кости тамбовский. Правда, он стоит по 850 за килограмм. Там окорок большой. Ну да. Но вот здесь вот даже при условии кости. А кость, кстати, достаточно тоненькая, и мяска очень много. Кстати, очень выгодно. И вкусно. Ты как закончился? Как закончился? Я хлеба вообще не хочу. Без хлеба. Что это такая фигня? Но, опять же, первый вариант этого супа варится на курочке. Угу. Ну, большой вариант на это. На бульоне от сосисок. Как ты сказал, бульон от сосисок. Даже не с сосисками, а от сосисок. Представляешь? Бульон от них. Это какой-то бомж-стайл. Сосиски туда добавляются. Это отварные, но в конце. А что такое суп? То есть сначала его надо сварить. Вот эти сосиски, да? Да. Вытащить. Уже на этом бульоне варить. Закинуть овощи. Только там единственный плюс. Там лук и морковь обжариваются. В сути то же самое делается. Только лук и морковь обжариваются. В первом варианте они вообще никак не делаются. Ты трешь морковь на средней терке, не обжаривай ничего, лук режешь меленько и кидаешь все это в суп. Не, у меня там не сосиски. Нет, если тебе так хочется, я могу, конечно, на сосисках приготовить. Не на рульке. А то, наверное, так вкуснее, на сосисках-то. Там бульон каких-то сосисках, физраствор, я могу на нем сварить. Такая она вкуснее, полезнее, сытнее. А то что рульку-то? Не надо рульки, это жирно слишком было.
Будем варить на сосисках. Да, да, да. Обязательно. На дешево. Экономия сразу какая. Считай, суп есть. И сосиски. Не знаю, конечно, какой у него вкус. Ты было мне спросить, как он на вкус. Ешь. Увлекся. Что там пробовал? Ой, Иван что только не пробовал. Фруктовый плов. Ну это да, мы обсуждали. Это плов без мяса, с курагой, там с виноградом. Так, кто-то с черносливом, кстати, выделил. Ну, это такое-то. Мне кажется, больше он похож на кутью. А я кутью вообще не терпеть не могу. Я бы посолил, поперчил. Нормальный плов получился. Нормальный плов, да. Только мяса нет. Сосисты. Прикуску. Кстати, прикольная вот эта кабачки вонюки от дяди Вани. От дяди Вани? Угу. Кширные. Угу. И хлельные. Хлельные. Парня. Так. Надо завтра будет звонить по поводу шкафов, чтобы они уже там шустрее как-то начали двигаться. Как я поняла, если мне звонить... Забудут. Да. Тем более у нас уже такая мелочь, знаете. Ага. Более дверь поставили тебе. Да. Меня больше не могут забыть. Так, без одной петли. Ага. Ну, нам просто дырка и все. Дырка и дырка. Да. Плюс эти еще. Не, сам качество дверей нормально. Заборчик тоже хороший попался. Но, как он сказал, говорю, ну качество в разных фирмах, говорю, ну тоже. Деревяшка на его, кстати, деревяшка. Как бы сам. Тут все зависит от... От обслуживания. Фирмы, да. Один сток накрутит, другой сток накрутит. Сучку возьму. Бери. Ты же не ешь? Ты тоже. Ну что-то я ем. Нет, он как творожный, я тебе говорю. Он как творог. Да, только с травами. И чё? Какими-то. Да возьми кусок, попробуй. Ну что ты выпендриваешься? Возьми. Один кусочек. Маленький. Выбери самый маленький для себя. Вот они уже отрезаны. Вот, на. Бля, вот, вот по-моему, самый маленький. Отрезаны. Это самый маленький. Вот мне его оставь. Да. Остальное ешь. Ем. Иди. Не любитель я сыра. Я даже не сыр, это больше творог. А я люблю сыр, док. Призовный. Он практически не соленый. Плохо. С травками. Да. Притравки на зуба будут скрипеть. Выпендривается, а? Ха-ха. Ну, так себе. Нормальный. Кафе, можно сказать, поставили. Что дальше делать не надо. Отдумать. Были бы деньги, я бы еще один шкаф сказал. Продолжил бы сериал с шкафами. Взял. Если он подсел на... Ну, не подсел, а так это, шорты листаешь, женщина одна попадается. Вот, она типа как это рассказывает, что нельзя делать в интерьере. То есть, она дизайнер. Типа, да, так видит. Да. Типа там, вот это вот нельзя. Шкафы... Ну, да, такую вещь несет. Да. Шкафы там с этими
какими-то рыжими дверьми и прочими желтыми рыжими. Типа там выкиньте в котел бацкий, пускай горят. Про дверь она тут говорила, знаете, стекло вот такое с вензелями такое. Не, ну мне тоже такие не нравятся, мне кажется. Вот у нас обычные вот такие двери, то есть, ну, с такими стеклом, но с таким вот... Вставками стекла. Да. Но без вот этих вот, вот вензелей. Или как, знаешь, шкафы тоже. Я вот смотрел там, знаете, аэрографика, там такие тигры, какие-то лимоны, какие-то Мальдивы. Фу, мне это не нравится. У нас, знаете, мне очень нравится наш классический стиль. Он такой, знаете, вот реально стиль лофт. Мне очень нравится стиль лофт. Он такой, знаете, вот прям вот минималистичный. Вот ничего лишнего. Кстати, вчера девочка еще заказала коврик в прихожую. Угу. Вот, чтобы... В стиле лофт. Угу. Да. Вот. Такой немножечко не серый, а коричневый. Такой цвет мокка. Вот, цвет дверей и так далее. Ну, то, что серый, но серый у нас нету цвета. Хочу вот такой более приближенный, теплый. Причем его можно будет резать, то есть мы прям вырежем, чтобы он прям нас влез. Было хорошо. Ну так вот. В общем, будет на все по красоте. А вот эти 10 ковриков, которые у нас в прихожей сейчас, я просто выкину. 10, а 2? 2. И турецкий выкинешь? Нет, турецкий не выкину, турецкий жалко. Он хороший, он стеганый. Ну, можно. Он практически новый, мы его даже не используем. Ну, может, дай ему отвезти, если что. Его постирать. Ну, прям отлично. У нас вот в туалете с ванной коврики, вот мы туда привозили, прям вообще классно. Мне прям очень нравится. Причем, знаете, у меня раньше были коврики, а если такие клееные были основой, вот, их было очень сложно стирать. То есть это все отваливается, вот эта вот вся фигня, вот эта вот клееная основа. Вот, а вот это он отлично впитывает, шикарно. То есть они как-то вот сделаны, как сшиты или что-то. Больше сказать, как это. Вязаный шиль. Да, 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 да. Ну, прикольно. Да, вязаный. Да. Но тут у нас просто толстый уже такой. Стиль такой. Вот уже просто, ну. Толстый такой. 10 ковров. Да тем более этот старый черный, который у нас приходит, я уже таким хочу, да. Мы уже даем. А что, вот скоро придет коврик. Сегодня, возможно, кстати, нам еще придут эти ручки, ну, которые тут и штучки. Да, вот. Накладки. Да. Сейчас надо зайти посмотреть, может, я пошла. В общем, я сама себе дизайнер. Мне мой дизайн нравится. По крайней мере, мне по душе, знаете. А кому что-то не нравится, то пускай делают сами. Вот. Конечно, до какого-нибудь там, знаете, супер-пупер дизайна, который мне прям вот очень нравится. Мне просто тупо не хватит денег, потому что это очень дорого стоит. Ну а то, что вот сейчас тоже вырисовывать, я даже посмотрела, знаете, видео со стороны так. Да, о, все как красиво, все. По сравнению с тем, что было, эти желтые вот эти вот, желтые вот эти прихожие. Это все так, знаете, лаконично, строго. Все прям вот каждый миллиметр пространства используется. Мне очень нравится. Короче, я кайфую. Я молодец. Все, любим всех, целуем. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Всем хорошего настроения.